Первый раз даешь кровь. Yes. Да. И за это платят. И можно сдавать сколько хочешь. Можно даже в банках приносить. Джаред Номад, мы готовы вас принять. На протяжении последних 12 месяцев вам делали татуировки? Нет. Откуда у вас шрам на подбородке? В детстве поранился. Вы пишете, что у вас нет близких родственников, это правда? Я с ними не общаюсь. Анализ вашей крови показал весьма необычные результаты. Намекаете, что я не могу быть донором? У вашей крови очень редкий фенотип. Что? О чем это вы? Кто вы? Присядьте, пожалуйста. Что это? У нас две новости, хорошая и плохая. Хорошая новость для нас. Плохая новость для тебя. Ненавижу вампиров.